World Electronic Sports Games returns with a new season, the largest championship among national teams in the history of esports. Dota 2, Hearthstone, CSGO, StarCraft 2, and $5.5 million at stake. European finals will be held in marvelous Barcelona from the 22nd to the 26th of November. Win your slot in the finals of the World Championship. Register right now. Добрый вечер всем любителям Dota 2. Мы переходим к финалу квалификации на ВЭСК от региона Британия и Исландия. Для вас работает Чиф и Бафик. Ну и у нас следующие команды в финале сошлись. Это Dream Meme Team, которых мы освещали. И вторая команда, которая выиграла в параллельный полуфинал 2-0, тоже очень уверенно. Это команда Ruin. Да, и хочется отметить, что стадия банов и пиков у нас движется не так активно, как в предыдущей серии мы уже это видели. Все-таки, как-никак, полуфинал, и команда уже поосторожнее подходит к этому вопросу, не спешат они с банами и с пиками. И посмотрим, как Dream Meme Team сможет справиться со своими оппонентами. И, конечно, предыдущие игры у нас были увлекательные, быстрые, интересные, но хотелось бы увидеть что-то более такое... качественное, что ли. Смотри, я руководствуюсь следующей логикой. Если одна команда, которую мы комментировали, выиграла 2-0 очень быстро и очень уверенно, и вторая команда примерно в то же время справилась со своими оппонентами в параллельном полуфинале, тогда можно, да, можно предположить, но это опять же только вот такая очень скудная и очень шаткая теория, что и одни, и другие играют лучше, чем все остальные в этом регионе. Соответственно, и одни, и другие должны быть примерно похожи по уровню игры. Но это, опять же, очень скудная теория. Но хотелось бы, чтобы она была правдивой, потому что хотелось бы посмотреть все-таки достаточно равный финал. Все-таки битва за слот, поездка в Барселону. Это ничего попало, это серьезная... Да, серьезная ситуация для любой из команд, которая хочет пробиться. Особенно в таком непопулярном регионе, в Dota 2. Регион Британии, там в Англии пытались ребята пробиваться в свое время, тоже не получалось. И в островах тоже, на островах тоже ребята пытались, но не получается в этом регионе. Вот британский регион, он реально в Dota, ты не только в Dota, вообще не успешен. Ну, да, есть, конечно, немного такого. Ну, посмотрим. В любом случае, это шанс для вообще команд, которые выходят оттуда, если они, конечно, очень покажут качественную игру, то их заметят. Может, в дальнейшем у них как-то оно получше пойдет. И, может, мы уже увидим их там в ближайшем будущем уже на профессиональной дота-сцене, если кто-то их, так сказать, возьмет под крыло. Но, опять же, это все покажет время, и все зависит от самих команд. И только осталось 10 секунд. Да, ну что касается пиков банов, Spirit Breaker Джакиро в первой фазе, в ответ это Найсталкер и Пак. И Сикер на третий пик залетает для Руин, и Dream Meme Team забирает себе Винтер Виверну. Баны во второй фазе у Dream Meme Team, по крайней мере, очень интересны. Это оффлейнеры, это Брюмастеры, это Doom. Не самые стандартные баны, но тем не менее мы их наблюдаем. Что касается Руин, они банят Enchantress, банят Лича. Ну, с Личом мы... Ну, разобрались, да, понятно, да. Почему. Не хотят они его видеть. Ну и... Ну, в любом случае, это такие, это такая притирочная больше стадия пиков бана, поскольку команды встречаются первый раз, и нужно как бы понять, что, какие игроки на чем играют, как они играют. То есть пока что... То есть они... Желательно им взять то, что они хотят взять, тем, что они, в чем они уверены. А и по итогам этой игры они уже будут как бы обладать большим количеством информации о своих соперниках, обе команды, и будут уже какие-то такие делать контрольные удары по банам, там, по пикам, чтобы заткнуть какие-то сильные стороны, там, восполнить свои слабые стороны, какие-то пробелы. Ну, увидим, как оно будет. Пока что... Интересная игра. Пока мне пики обе команд нравятся. Да, но я хочу обратить твое внимание, что Dream Meme Team, в отличие от предыдущей своей серии, не берут какой-то ярко выраженный пуш. Там мы помним их драфты, две игры подряд. Это был
ярко выраженный пуш. Просто идем, просто давим. Нет, Шейкер Лич был у оппонента. У этих был пуш, там Ликан был, там Пугна был, Джекира был в каждой из игр. Ну, то есть они брали такой целенаправленный, серьезный и достаточно откровенный пуш. В этой же игре мы видим, что они драфтят под тимфайт. Это Найтсталкер, Пак, Виверна, Лейфстиллер. Пока что пуш-потенциал, по крайней мере, у этих персонажей, он невелик. Да, но вот то, что они забрали сейчас Лейфстиллера, это есть хорошая у нас Найтс-бомба с Паком, наверное, лучшая в игре, которую можно придумать, в принципе. И вот, кстати, герои, которые сейчас и есть у Руинов, ну, не готовы переживать там, разве что, ну, в принципе, никто не готов. На любого высадка, и это поездочка буквально там за 5-6 секунд. Да, но тем не менее, есть чем справляться с Лайфстиллером в рейдже. Конкретно есть Лассо, есть Спиритбрейкер ультимейт, Сикер ультимейт, в конце концов. Да, те же форстафы здесь каждый может, ну не то что каждый, да, но в теории там Джекира Бутрайдер уже 2 форстафа. Плюс в теории Сикер, если очень захотеть, может собирать тоже, но это вряд ли. Но даже с 2 форстафами можно смело катить Лайфстиллера. И Клинкс появляется на ласт пик для Dream Meme Team. Герой, который как раз поможет и в плане пуша, и герой, который добавит здорово по урону. Да, и в тимфайте уже нельзя будет сосредоточиться на усилере, потому что Клинкс, если это будет какой-то ранний дезолятор, он хорошо постоит на линии, то на него надо будет обращать очень огромное внимание в драфте, и желательно закрывать его моментально. Там, ну, будет это 10 секунд, Клинкс, который будет нарезать, это смерть от любому герою. Слишком он сильный парень с дезолятором ранним. Ну и остается герой, по идее, в центральную линию для Руин, но... Они могут, кстати, поставить и Ботсикера в мид. Уже неплохо будет. Могут, соглашусь, могут. То есть, если они поставят Ботсикера, надо как-то того Пака убирать оттуда, потому что Пак ничего Сикеру особо не сделает. Я полагаю все-таки, что Клинкс в центре у нас будет. Пак в сложной, Лайфстиллер в легкой. Я не думаю, что иначе здесь линии могут поставить себе Dream Meme Team. И с Мирана таким подбором героев. Ну и Мирана, да, на ласт пик. Да, Мип забирает себе Клинкса, как и предполагалось, он в центр пойдет. Хотя мы видели, что Мип может и не в центр идти. Вот в предыдущей игре он ходил в сложной на Пугне. Но я думаю, все-таки в этой игре мы увидим Пака в сложной. Это более логично, резонно выглядит. Ну что ж, как тебе Мирана на ласт пик? Вообще, мне кажется, у Руин драфт такой достаточно тоже серьезный, но вот проблемка только в том, что их могут переехать в один момент, есть подозрение. Слоты нужны, нужны хорошие линии. Хороших линий... Да, не факт, что выйдет, что выйдут хорошие линии для Руин, потому что все-таки и Бетрайдеру сложно с Лайфстиллером стоять, и в центре против Клинкса стоять это тоже удовольствие мало приносит, плюс там будет, скорее всего, Найтсталкер поддерживать. Пака убивать в сложной линии, ну, на самом деле, тоже нечем особо. Да, да, и в принципе, ну, посмотрим, как оно будет, пока что, ну, Dream Team, ну... Вот у Руинов пока что я вижу такую яркую слабость, непонятно, что они вообще будут делать там в 20-й минуте, если они сейчас, конечно, не заонят все линии. Есть Клинс, есть Лайфстиллер, ну, хорошо, Бутикер у нас хороший кор, но, опять же, там Пак в него просто будет залетать с Найксом, а от этого Лайфстиллера там мокрого места даже не останется. А Миране слишком много нужно айтему, чтобы какую-то угрозу представлять. То есть пока что, ну, вот непонятно. Перспективы у Dream Meme Team выглядят получше, на мой взгляд. Ну, посмотрим, как линии отстоят. Все-таки на стадии лейнинга тоже многое решается. Если удастся у ребят справиться со стартовым давлением. Все-таки этот и Лайфстиллер, и Найтсталкер, и Клинкс довольно темповые персонажи. Удобно ими работать по карте, удобно убивать, плюс контроль хороший есть благодаря Паку. Вот тоже я говорил о форстафах, как раз Пак во многом где-то не дает реализовать максимум форстафов против Лейфстиллера. Ты вроде хочешь сделать форстаф, а с другой стороны ты можешь быть под Дримкойлом. Еще дополнительное оглушение, соответственно, Лейфстиллер может добраться до оппонента. В целом довольно сбалансированный драфт, все-таки, на мой взгляд, у Дайр. Да, да, то есть на самом деле у обеих команд... То есть все смотрится на первый взгляд хорошо, но опять же, как они это реализуют, все, как они отстоят свои линии,
То есть еще непонятно, как это все будет. Но в любом случае, я надеюсь, что будет довольно-таки ровная игра, и команды покажут свои самые сильные стороны. И во второй карте мы уже такую более притирочную игру увидим, они как-то будут исходить. Слабости соперника, которые будут замечены на этой карте. Да, целых два смока есть на старте игры. У Dream Meme Team эти ребята собираются вместе сходу, пойдут, возможно, сейчас как раз вот так, как они рисовали, во вражеский лес, делать ВБ, забирать руну. Посмотрим. Здесь герои для драки не самые сильные, тем не менее, если где-то Spirit Breaker сыграет, если влетит на Мирана со стрелой, но опять же Мирана находится в верхней части, далеко, поэтому далеко. Да, от нее ожидать помощи здесь не стоит. В смоке, кстати, стоят и ребята из руин. Ну да, сейчас вот палится этот смок, и есть пинги, все, надо убегать и скорее сюда, не зацепить. А то жмут всего лишь рунку. 30 секунд до начала сражения. Да, тут какой герой не выходит, сложно инициировать драку. Все-таки есть способности для инициирования, вот тот же там Void. Но дальность Void маловато будет. Заметили, сразу отошли. Просто не успевают. Тут был вариант типа поставить по расстановке так, как они заходили. Там первый идет на сталкер, за ним желательно, чтобы шел сразу Найкс. И Виверна была готовая сразу стрелять с архибластом. Что-то замедление было, иначе, к сожалению, с маленькими вундами ничего не получится, а не могло получиться. Но все-таки по две руны достается командам. Было у меня волнение насчет того, что Лайфстиллер может отдать руну Бутрайдеру. Там неплохую позицию занял Суп, он же Соуп. Да, и вот он получил 300 напалма, но решил все-таки Найкс не рисковать, не проверять последнего в этой ситуации. Да, вообще забавно, что сходу приходит Виверна в центр. Но тут ребята, скорее всего, понимают, что Лайфстиллер комфортно стоит с Бутрайдером достаточно. И сразу отправляют в поддержку Клинксу героя. С другой стороны, особо Клинкс в этой поддержке на старте не нуждается. Да, то есть, в принципе, вот тут, ну, я не знаю, что там должно произойти. Там Баратрунова забашить, что ли? Нет. Это маловероятно. Ну и вот даже вот Баратрун пришел в мид, они сейчас будут стоять в миде и... Сейчас Клинкс их расхарасит обоих. Слишком да, много, да, 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 совершенно верно. Много урона у Клинкса, ты особо ничего на спиритбрейкере не сделаешь. Ты с башем не доберешься до оппонента, с чарджем, ну, что толку с него тоже. Нужен ну, второй, да. В любом случае, спиритбрейкер, он второй получает как раз на центральной линии на пару с Мираной. И уходить отсюда, потому что тут помощи он никакой не окажет Миране. Ну и внизу... Паку, конечно, тоже там. Убить они его не убьют, но проблем они ему достаточно много. Да, по крайней мере, до 6 уровня убить Пака здесь не представляется возможным, скорее всего. Но только под перемещение спиритбрейкера, и то, если Пак какую-то ошибку допустит, например, там где-то орб потратит неудачно. Ну да, или блинкнется на него там, подконтролит что-то. Там на топе разминает у нас Баратрум булки. Вернее. Ну вот это, кстати, самый вероятный вариант для убийства. Это стянуть спиритбрейкера наверх под Бутрайдера. Здесь у ребят больше вариантов, чем на какой-либо другой линии для убийства. Но опять же, Виверна, пожалуй, самый уязвимый герой будет. С другой стороны, Виверна с Арктик Бёрном тоже может обыграть ситуацию в свою пользу. Ну, ей надо быть здесь крайне осторожно. Потому что она, если получит там два стака, этого уже будет достаточно, чтобы сделать ее безбанную. А Найкс этому никак не помешает. И помощь, и вот... Тут не те герои, которые смогут сделать ТП, да и в принципе и ТП нету, чтобы как-то прилететь наверх помочь. Да, но пока что Мирана по крипстату здорово опережает Клинкса. Хорошо ластхитит. Гуччи энд Гуччи. Да, но вот неприятная у Клинкса такая позиция, он идет с лоу-граунда, не исключаем шанс мисса и... То есть он как бы пытается расхорашивать ее, то есть в принципе понятная стратегия для Клинкса. Но с другой стороны, Клинкс должен понимать, что ты стоишь против Мирана, у которой уже есть лип, и ты, в принципе, ее не убьешь. То есть лучше тебе сосредоточиться на каком-то, на каких-то уже крипах, получать голду, потому что от этого Клинкса в этой игре зависит очень много. Да, скоро будет 4-я минута, начнется ночь. Найтсталкер пока пытается получить второй уровень внизу, но Сикер в ответ. Неплохо так подбивает его самому, Сикеру особо ничего сделать не могут. Отметим, что Пак играет без того же Орба, Офф Веном, конечно же.
которым обычно комфортно харасить. С другой стороны, ты стоишь против Сикера. Харасить Сикера, наверное, не столь актуально, потому что Сикер просто восстанавливает здоровье постоянно. Да, тут безвыходная ситуация. Бьешь Сикера, восстановит здоровье. А крипов ты, в принципе, не бьешь, потому что дэмэджа, ну, тут несравнимый дэмэдж. Да, поэтому я, наверное, согласен с тем, чтобы не брать арбу феном в этой игре. С Паку желательно хотя бы получать уровни, и там, если он получит шестой без каких-то происшествий на линии, не будет умирать, просто отсюда уйти на другую линию, уже ходить по кулдауну ультимата и делать какие-то киллы. То ловить ему, ну, вообще нечего. И никто ему здесь не поможет сделать килл на Сикере. Джакира проверяет нижнюю активную руну, здесь ничего не появляется. Баунти забирает Найтсталкер, кстати, можно попытаться атаковать Джакира. Но вот как раз Джакира один из тех героев, которые трудно пробиваемы. Много статов у этого персонажа. Найтсталкер в одиночку с ним не справится. Будут пытаться выходить у нас на лайфстиллера, но нет, не захотел. Ты имел в виду на Сикера? Ой, на Сикера, да-да-да. Хотели, но не стоит. Там Пурман Шилд, ну и дэмэджа магического не так много. Очень здорово стоит свою линию Мирана. Вот. То, что нужно, то, что требуется от Гуччи и Нгуччи, он делает. Переластхитил он Клинкса, контролирует активные руны. Клинкс не успевает. И пока что какой-то активности от Найтсталкера мы не наблюдаем. С другой же стороны, Спиритбрейкер тоже не особо активен. Поэтому все стоят более-менее уверенно на своих линиях. Да, обе команды больше подходят к такому экономическому аспекту в начале игры, то есть как-то получить какие-то вала, какие-то там базовые айтемы, чтобы наводить какое-то движение. Кстати, там выход на Найтсталкера возле Рошана, выиграет у нас Мирана, дает двойной Старфолл, и будет, да, достаточно дамажа этот расклад на Найтсталкере. Да, еще и хотел Клинкс немного размять Мирану, но руна невидимости в ботле помогает. Разбег на Винтер Виверну. Возможно, агрессивные действия сейчас от Бутрайдера мы будем наблюдать. Тоже взлетает Виверна. Есть оглушение от Спиритбрейкера после чаржа. И Экспер может подправиться в таверну. Тут еще и Джакира подтянулся. Да, забирают они Виверну. Лайфстиллер, кстати, теряет рейдж. Нужно быть тоже осторожнее. Да, убили Уотеру. Они Боротрума. Но, тем не менее, такова судьба этого героя, когда ты чаржишься под вышки. Всегда может быть реакция какого-то ТП, и ты далеко не уйдешь. И, кстати, вот разминает у нас Лайфстиллера, он прожимает рейдж, чтобы он себе уходит. Да, вот посмотри такие... на крипстаты Сикера и Мираны. Просто сумасшедший крипстат. Эти ребята сейчас доминируют свои линии. Неплохо, кстати, Сикер размял Пака. Попробует, наверное, добить его, но здесь Святыня. Нажимает ее Крайзен. Довольно долго он нажимал эту Святыню. Все еще опасно для него. Хорошо использовал орб, при этом сам Сикера размял. Заметим, что Сикер пока играет без Бладрайта, но, опять же, да, частенько такое наблюдаем. Да, разгон от Спиритбрейкера даст он с собой. Взял, и Клинкса в итоге в центре убивают. 3-1 счет становится. Все как по учебнику. Есть Клинкс, покупаешь даст, тем более это еще Боротрум, герой. Вначале ничего не может сделать, там и ульты нету, хп нету, даже там сапога у него, по-моему, да, сапога у него нет, в принципе, никак он не уходит. И вот так можно было забирать его. Могли, кстати, сделать намного это раньше. Да, ну с такой Мираной будет опасно. Мирана довольно быстро разгонится на пару с Сикером, тоже довольно темповым персонажем. Они могут здесь наделать делов. Не скажу, что Лейвстиллер сильно, конечно, просел. Но фармит он чуть поменьше, чем вражеские основные персонажи. С другой стороны, ассист уже имеет один тоже. Пака скоро шестой, возможно, от него какое-то перемещение увидим. Тоже, в принципе, крипов подобивал на линии немало. Ну да, какие-то там стики сапог у него есть. Вот он купил себе ТП, но мне кажется, это ТП больше не на помощь кому-то, а ТП, чтобы помочь самому себе. Лобнуться куда-то за деревья, прыгнуть на орб и делать типа, чтобы Сикер его не занесил. Вот, поэтому же Кира, я полагаю, на четвертом уровне было бы логично здесь взять АСПС. Пытается Паку идти, да. Но нельзя здесь сейчас так действовать, все равно за ним пойдут. Сикер, но тут без вариантов должно быть для Пака. Пак скрывается, подходит команда, а вот это уже неплохо. Спиритбрейкер берет разгон, не дает телепортироваться Паку, убивает Крайзена. И ответочка будет со стороны Лайфстиллера и Найтсталкера, замедляют Сикера. Нужно еще немало ударов сделать. Вот трешка вылетает и Райм в таверне. Интересный такой выход от Лайфстиллера. Нестандартный у парня подход, то есть он играет как бы на коре, но... Не пожалел ТП, прилетел вниз, ну почти они там засейбили Пака, Пак был уже бесит на Спиритбрейкер и просто убили. Браво.
не часто увидишь такую игру. Обычно большинство игроков предпочитают на мексиклере там пофармить, убить крипов и там первые 20 минут абстрагироваться от того, что происходит на карте, и вообще никуда не ходить. Да, он еще и линию Виверни оставил. Виверна, которая тоже получает фарм, это весьма неплохо. Можно вспомнить там первый минор, который недавно закончился. Комплексити любили давать на четверочке Виверне много фарма Зефрику. У нас драка внизу завязалась. Сикера неплохо избивает. Вот он и Клингсон включился в драку. Бьет Джакира под ультимейт Пака. Дакстер тоже погибает. Отличная ротация от Клинкса. Сейчас становится 4-4. Да, молодцы, очень хорошо реализуют свои обилки. Вот Пак, как только получил шестой, начал эффективное движение. Они прекрасно понимают, что ничего у героя вражеских нету, они особо не уходят. Тем более есть у нас Клинкс, который вот у нас 137. Смотри-ка, все-таки не взял Джекира СПС, а я еще раз скажу об актуальности контроля в этой игре. Сейчас, например, тоже могли бы не отпустить оппонента. Интервиверна просто телепорт сделала. Маны не хватало на лассо у Бутрайдера, а СПС у Джекира нет. Возможно, там в ущерб даже Дуал Брессу. Не столько в ущерб Ликвид Файру, сколько Дуал Брессу можно СПС было бы прокачать. Вот ты верно подмечал, и вот Сикера можно улетать. Здесь, если Спирит Брейкер, какая-то Мирана не успевает, то герои будут просто улетать. Про Мирану, которая спокойно себе забрала вышку, и где вообще никто не мешал, даже не было никаких пыток. И да, про Ice Pass. Это скилл, который на Джекира, это must have. Без него ты, собственно, не Джекира, тем более на ранней стадии игры. Ну, он должен быть. Ну, типа, там этот дэмэдж, разница в дэмэдже, ну, там атак слоу чуть-чуть больше, там, дэмэдж, но это незначительно. То есть в любом случае какой-то Дизориан стан намного профитнее будет, чем банальный какой-то дэмэдж. Тем более в начале игры, когда ее и хп у героев не так уж и много. Я думаю, он стал заложником ситуации, в которой он взял на третьем уровне в 2 Dual Breath. Ты не очень хочешь в ущерб Liquid Fire качать ISPS, на мой взгляд. Все-таки Liquid Fire вещь тоже крайне полезная. Да, Liquid Fire... Он скорее, стал заложником просто того, что он Dual Breath в 2 взял на третьем, чтобы харасить оппонента. Но такое дело. Ну да, то есть это еще не поздно это исправить. Еще чуть-чуть и доберет себе... Ну вот ему в центре дали, видишь, опыту получить, да. Дали пофармить. Да, и вот, кстати, вот NS стейтпак внизу, можно... Ну, кстати, до дайвера не так уж ему много. И можно было... Ой-ой-ой, еще ударчик. Вот. Вот вам... Вот вам и Клинкс. Да, сумасшедший урон этого персонажа, конечно. Против него играть очень неудобно, очень неприятно. Да, нездоровый парень, когда он выходит с медалькой. Да, смотри, какая атака вверху планируется. Замедляет Спирит Брейкера. Войд не успевает дать Найсталкер, чтобы сбить чардж. Отменяет чардж Спирит Брейкера и будет сам драться с Найсталкером. Здесь и Бутрайдер, здесь и Джакира. Талиера отправится в таверну. Ну да, просто уже отдают, не хотят загуливать там остальные игроки, что там Найкс не умер, тоже неприятно будет. А тем временем вот у нас Клинкс. А Сентри стоит, есть, мип прочувствовал, он понял, что машет не так просто крылышками Джакира, вард там стоял. Да, и Верни, кстати, надо бы... А почему, вот почему не подраться? Сикера подбивает неплохо, Бутрайдер пытается дать лассо по Клинксу, дает в итоге, но уже немало урона Клинкс нанес. Пытается добить Спирит Брейкер Клинкса, но урона недостаточно. Спирит Брейкер погибает от рук Клинкса, а Бутрайдер отправляется в таверну от рук Виверны. Отличная драка. Здорово здесь все заканчивается для Dream Meme Team. Не лучший, конечно, таргет выбрал у нас Бутрайдер. Ну, там Клинкс, как бы, ну, 1000 хп. То есть достаточно, у него много армора. Урона тоже немного, то есть лучше какого-то другого парня попытались. То есть логика, конечно, понятна, почему надо кидать его сокол. Ты не хочешь получать один нездоровый дэмэдж, надо как-то его задизеблить, и может там в теории вы его убьете. Но тем не менее, не лучший таргет для фокуса на ранней стадии. Да и он пока добежал, просто там уже и так колоссальное количество урона Клинкс нанес по Сикеру. Да, то есть он свою задачу выполнил на 110%, и это уже был там... Даже если... Он бы не носил этот урон, и тот урон, который нанес, было достаточно, чтобы его команда просто подобивала уже. Мы Мирану не видели особо в этой драке. Вообще Мирана продолжает у нас заниматься макро-действиями по карте. Больше минимум участия в драках последние минуты от Гуччи энд Гуччи. Он сейчас подтолкнул немного нижнюю линию, побил тир-1 башню. И продолжает фармить Манта Стайл первым слотом. Как тебе такое решение? Выйти именно в Манта Стайл?
очень неплохое решение, потому что хоть и вас, как минимум, вот это на перспективу хорошее решение, потому что мы можем увидеть, в принципе, какой-то лошадь в игре выход. Нападает у нас Тупака, получил на руптюру, спрячется у нас в полбу, но этого будет недостаточно. Да, умирает у нас Пак, умирает у нас Тикер и вытаскивает. Да, здорово, Клинкса подловили на лассо. Правда, погибает Спирит Брейкер. Мирана включилась в драку, тоже подстреливает Найтсталкера. Толера пытается уйти, использовал Hunter in the Night. За ним погоня продолжается, но вряд ли отпустит Найтсталкера. Догорит он. Да, догорает. Вот, по поводу Монтастелла на Миране. Перспективу это хорошо, потому что там, скорее всего, будет Орчи. Плюс есть Пак с Сайленсом. То есть можно... Клинса и Пака, в принципе, будет достаточно, чтобы убивать этого, эту Мирану. Да и плюс это Найкс-бомба в любом случае. Будет залетать просто Пак, кидать Сайленс, Орб, Рейдж от Найкса, и все, и тебя нет. То есть это... Да, и Найтсталкер тот же, и где-то, может быть, там уйти даже от Open Wounds можно. Ну, много вариантов, да. Да, плюс это хороший айтем на дэмэдж, и это лучше, чем Линка. Линку тебя тут в любом случае собьют, а Манту тебе, то есть ты сам... хозяин этой манты, как ты ее будешь использовать. А, все логично. Сикер у нас пытается мидас выформить, но быстрого мидаса здесь для Сикера не будет, вот, очевидно. Вот о чем я говорил. Вот тут, да, конечно, чуть-чуть. Было Ченгучи! Так, баночку пьет, живет. Недолго. Да там у Пака уже дагер откатился и там готовы близкивать. Ну вот, вот, вот как бы и манта. А еще и Клинкс в поисках жертвы. Находится. И находит жертву. Это Спирит Брейкер. Ему больно. Как же ему было больно. И это на секундочку еще дизолятор. Слушай, они хотят еще Бутрайдера подловить. Бутрайдер уходит, за ним бегать никто не будет. Хотят забрать тир один башню в центре, похоже. Ну и скоро мы увидим еще и Дизоль на Клинксе. Много минус брони. Быстрее будут и башни падать. Быстрее и герои будут. Да, вот ему уничтожаться. Довольно-таки сильно, и в принципе тут ему ничего не сделать. Также хочу отметить очень классные варды со стороны у нас команды ним. Очень агрессивные они варды поставили. Хотят давить соперника, не отпускать там Мирану по фарму, Сикера по фарму. Плюс, учитывая, какой у них сейчас клинс, и инфест-бомба очень сейчас эффективная, желательно им дожимать. Не давать сопернику какого-то там отдыха и в таком плане. Они должны сейчас просто щемить и ничего не давать. Ультимейт от Мираны попытается в центре драку навязать, похоже. Так, почему бы и нет? Вариант, кстати, неплохой. Есть ультимейт у Спирит Брейкера, того же Лайфстиллера можно расконтролить под лассо, под ультимативную Спирит Брейкера. Пока просто отправляет Джекира, все, да. Ультимейта не будет у Мираны. Не самый приятный исход, я думаю. Да, и в Пака уже прыгает Лайфстиллер. Посмотри, сейчас будет инициирование со стороны Dream Meme Team. Крайзен внутри с лайфстиллером. Атаковал Джакира. Очень быстро должны убирать. Да. Дакстера. Так и есть. Еще и Пак ультит по Бутрайдеру. Бутрайдера просто стирает мгновение ока. Да, Спирит Брейкер разрывает связь. Обалдеть. Как же много урона сейчас у этой команды. Как же опасны их атаки и молниеносны. Да, очень, очень быстро разобрали. Дэмэджа нереально много. Очень эффективная такс-бомба. То есть тут в любого героя, которого ты не залетишь, это будет классно. Не убьют. Ну, я даже не знаю, что сможет противопоставить этому у нас команда. Вот, выходит на скрин внизу на Мирану. Раз, два, три. Еще один ударчик и 4 удара. Да, раз, два, три, Мирана, умри в центре. Правда, башню не забирают. Здесь Сикер всех спугнул. Спирит Брейкер берет разгон в интервиверн. Но я думаю, что разгон будет отменен. Да. Не по шансам там заход. И уже и есть вот... Дизоль. Уже есть Дизоль у Клинкса. И вот еще, вот у нас Райм на Сикере купил первым Медасиком, купил. Учитывая, да, это, ну, это, конечно, классно, он там стоял на фрифарме, Пак ему ничего не делал, но несложно было предположить, что рано или поздно там команда соберется и будет на X-бомба, и Медас не лучшее решение в данной ситуации, но какой-то там хотя бы Блейдмейл. Возможно, как-то хоть не так бы он отъезжал от Клинкса, хотя Клинкс уже 14 уровень, запас ХП ему позволяет даже лупить этого Сикера через Блейдмейл, но жадно сыграл, очень жадно играет он с Медасом, может аукнуться. А, и посмотри, что делают парни из Dream Meme Team, просто заходят на Рошана, под Дизоль, минус брони, здесь тьма.
бедный Рошан, его даже жалко немножечко в этом моменте. Но идет перемещение от руин. И Пак может все это накрыть сейчас. Пак встречает одного лишь Бутрайдера. Это тоже неплохо, Бутрайдера заберут. Правда, страдает Найсталкер. Руна ускорения появляется, забирает ее Клинкс, но получает ультимейт от Сикера. Неплохо подбивает Клинкса. Мирана вносит тоже неплохо так по урону. Эксперт даблкил тем временем делает, но основные персонажи Dream Meme Team тоже погибают. Пак пытается увести Лайфстиллера, но похоже и Пак, и Лайфстиллер обречены здесь. Лайфстиллер выпрыгивает, уже погибает он, и погоня также за Паком. Телепорт от Сикера на ход Паку, будет использовать Святыню, и Мирана обрезает один из путей отхода. Один удар остается Паку, нейтралы его делают. Вот эти нейтралы, вот не знаю толк в этой игре, всегда знали и буду знать. Слушай, ну Пак здесь мог на самом деле все это предотвратить, но он атаковал одного лишь Бутрайдера, в то время как рядышком стояло еще персонажа 4. Бутрайдер пошел первым, а здесь еще 4 персонажа позади. Если бы Пак, конечно, знал всю эту ситуацию, если бы он понимал это, он бы тут, я думаю, намного больше сделал. Но так как парни были в смоке, так как не обладал полной картиной Пак, то так получилось. А Виверна погибнет. Да. Вот и переворотик Аегис для руин. Погоня за Найтсталкером. Нет, лассо. Просветку даже Бутрайдер нажимает, да. Возможно, хотел здесь Клинкса увидеть. Ну, вот, врыв Пака был не совсем понятен. Начнем с его позиционирования. Он стоит на хайграунде, то есть его там видно в любом случае, потому что те спускались с хайграунда повыше. Команда изначально владеет информацией, где находится Пак. Если бы он стоял бы за Рошаном, то есть рейндж блинка там более чем достаточно, и когда его не видно, возможно, получилась какая-то внезапность, и герои бы хотя бы собрались, потому что они директно заходили на Рошана через дежурную. Кстати, там Клинкс вот, вышел на Мирану, передает небольшой привет, проблемы у Мираны. Нужно отпрыгивать, не отпрыгивает Мирана, ну и Баратрум... А у него сентри есть, просветки нет. Туп-пуп-пуп, все, пол. Вот так вот. Уходит. Кстати, Мирана могла вот пожадничать, надо было липаться сразу. Ну, кстати, как раз вот под врыв, да, под спиритбрейкера, просто после его оглушения стрелу набросить, возможно, варианта да, было да, бы да. побольше. Но, с другой стороны, может, где-то опасалась, что подтягиваются союзники тоже к Линксу и пыталась своими силами выиграть эту драку. Ну, такое дело. А вот та X-бомба нашла у нас... Да, и параллельно атака все равно строится. Клинкс атаковал Джек Хиро, уничтожает его очень быстро. Спиритбрейкера тоже подловили. Тратят Войд, парочка стрел от Клинкса. И в таверну отправляется также Джордж. Даблкил для Мип. По-моему, подсобрались парни после этой неудачной драки. Решили, надо взять все вновь под свой контроль. Да, находят просто вражеские герои в разных частях карты. Там, то есть, как бы Найкс вместе с Паком, это достаточно такая сильная комбо. Вполне могут ходить вдвоем и подать там даже на двоих героев. Кого-то они точно заберут. Плюс Пака ты не убьешь быстро там шифтом, и Найкса ты, в принципе, тоже ничего ему не сделаешь на рейдж. Я хочу еще обратить внимание на то, что Джек Хиро в этой игре особо не раскрывается, и пуш, в принципе, со стороны руин отсутствует. Посмотри, стоит тир-1 башня внизу, да, битая, но стоит. Вверху тир-1 башня стоит. Все, что парни смогли забрать, так это первую башню в центре. Ну, это, скорее всего, ну, вот, тут ничего уже не поделаешь. Там Клинкс, который тебя уже вырубает с двух ударов, а до этого он вырубал с 4 ударов. Плюс на него он как-то вот не заходит у него, то, что его находит Найкс вместе с Паком, и его постоянно месят. И линии не отпушены. Тут, может, они уже закрываются потихоньку. Центральную башню сил света атакуют. Вот они прожали там ульт Мираны, кстати, хотят выйти на топ, но там никого вообще нету. Спокойно себе они... Не факт, что там даже знали про этот выход, просто решили ребята там пофармить. Вотер у нас начинает. А тем временем тир-2 башня в центре была разрушена. И этот смог был крайне очевидным, потому что в центре никто не отталкивал линию. Спокойно просто катапульты и крипы забирают тир-2 башни. Только сейчас приходит Мирана. Поэтому такой выход, он очевидным был для Dream Meme Team. Они сыграли осторожно, оказались правы в этой ситуации. Ну, хотя бы уже тогда бы попытались на топ и вышку бы забрать, чтобы уже там были. А даже это не стали делать, прыгает Лайфстиллер с инфестом в Пака. Ну и сейчас герой, ну, надо быть крайне осторожным, сейчас никому лучше не высовываться. Вроде как, кроме Сикера, никто и не высовывается. Какой-то даже байт на Сикера с Аегисом, вот они, на мой взгляд, правильно действуют таким образом.
Кстати, может весь смоук один клинкс накрыть сейчас. Да, скорее всего, так сейчас будет. Вот, все, видит он сикера. Привет, ребята. Вот, пошел. Да, стрела мимо. Пак с инфест-бомбой. Если сейчас Виверна даже сыграет в роли просто внимания отвлекателя. Ох, как же Бутрайдера быстро забирают. Пак, хороший дримкойл тоже получился. Сикера моментально должны забирать. Но это лишь Аегис. Сикера убили. Спиритбрейкер пытается бить Найсталкера, но все это приходится еще и в Блэйдбейл. Сам Спиритбрейкер погибает. Пак прыгает дальше, прыгает за Сикером. Как же много урона этот Клинкс наносит. Невероятно. И Мирану тоже могут забрать. Умер Найкс, но ничего страшного, в любом случае размен 3 в 1, и цель достигнута. Да, учитывая, что дважды пришлось убивать, пардон, конечно же, Сикера. Да-да-да, вот и, ну это уже, я не знаю, как этого спасаться. Это вынос тела, очень много урона от Клинкса, спасаться действительно нечем, бегство не помогает, драться тоже не удается, и вроде два мантастайла, вроде как можно где-то избежать Сайленса, но как ты будешь контролировать Клинкса по драке? В скором времени у него еще и Линкенсфера появится. Даггер у Виверны. Плюс нужно понимать, да, что еще и спасатель есть такой, как Виверна у Dream Meme Team. Даже если где-то не сладко придется Клинксу, то Виверна может поддержать. Да, ну еще интересный выбор у Талайрена на Сталкере. Он купил себе Blade Mail. Очень, кстати, правильный айтем. Он сейчас, кстати, вообще этим Блэйдмейлом Спиритбрейкера убил, если что. Да-да-да, то есть тут очень подобрал тайтом по ситуации, молодец. Ну, а что против этого всего? Конечно, есть выход купить, можно гостов накупить, но госты у нас так себе выход. Ну да, покупаешь госты, пак тоже опасный, как бы там ни было. Да, там уже, да и там по деньгам уже настолько сильно просели у нас ПРы, что тяжело им, тяжело. Они уже, во-первых, боятся выходить, вардов у них особо на карте нет, очень агрессивные варды, опять же, у мимов стоят, закрыли все подходы, как бы, выходы из базы, и непонятно, что им делать. И скоро у нас будет, кстати, там Рошан. Ну, так, относительно скоро, может быть, еще очень долго, на самом деле. Ну да, вот опять, прожимают они ульт Мираны, и что они делают. Вот. Какой-то не совсем понятный ультимат. Ну, хорошо, вопрос тогда следующего характера. А что они, в принципе, могут? Давай искать варианты для них. У них до сих пор тир-1 башня внизу и вверху стоит. Они сражаться, мы видим, в открытом поле не могут. Какой-то вариант, чтобы кого-то подловить, ну, наверное, тоже мало актуален, потому что редко перемещается Dream Meme Team по отдельности. В основном ребята работают сообща сейчас. Что остается делать? Только сидеть на базе, на мой взгляд? Как-то отбиваться с хайграунда? Это единственный, по-моему, ну, вероятный вариант. Вот, ну, заходят они уже внизу. Ой! Рапча пришелся в Линкенсферу. Клинкса? Бывает. Ну, не видели. Там прыгает пак. Хороший, кстати, дримкол по троим. Ну и просто отгоняет. У нас Баратрум прыгает на киллера, но недостаточно дэмэджа. И вот он, Клинкс в деле. Бетрайдер просто подлетел и сразу же отлетел в таверну. Клинкс дерется с Сикером 1 на 1. Пак! Тоже помогает по урону, Виверна поддерживает Клинкса. Спасает его, использовав Cold Embrace. И как ты с этим будешь драться? Да никак, good game. Good game. Продолжают Dream Meme Team свое победное шествие по этой квалификации. Предыдущий матч, даже серия, да, так будет более правильно, 2-0 против Волков закончилась идеально для них. Классно отыгрывали ребята. Здесь пока стартуют тоже за здравие. Очень круто отыграли. Сложно, да, уверен, было руинам. То есть если по предыдущей серии можно было сказать, что они просто обыгрывали своих соперников, поскольку у них немножко так повыше уровень персональный был, то в этой игре мало того, что они их еще обыграли, так они их еще очень классно аутпикнули и лайны поставили очень хорошо. И непонятно, что было делать с этими всеми вообще героями. Там, ну, загадка на самом деле. Очень часто Клинкс сейчас в пабах становится очень неприятным персонажем. Ты против него не можешь нормально действовать в мидгейме. Слишком много урона этого персонажа. В центре законтрить его тоже непросто. Нужно постоянно внимание уделять. Здесь же закрыли свой драфт Клинксом. По-моему, зашел он более чем идеально. И да, если так можно вообще говорить. Потому что идеально — это уже идеально. Вот. Но это даже было лучше.
Есть варианты, конечно, как его можно закрыть, но это очень требует много ресурсов и времени, чтобы закрывать это Клинса. И пока ты его ты будешь закрывать, этого бедного Клинса, то есть еще как бы 4 остальных героя, с которыми надо делать, и среди них обычно присутствует Кор, потому что Клинса очень редко берут как единственного Кора. Да, при этом свою линию отлично отстоял Гуччи и Гуччи на Миране. По факту он переиграл Клинкса на линии, но Клинкса это не остановило. Хорошее перемещение, колоссальное количество урона для команды. И эта игра уходит в пользу Dream Meme Team. Друзья, первая карта на этом заканчивается. Best of 3, напоминаю, у нас. И мы встретимся с вами через 5 минут со второй картой этого финала в регионе Британия и Исландия. Конечно же, битва за поездку в Барселону. Очень важный матч для команд. Увидимся. World Electronic Sports Games returns with a new season, the largest championship among national teams in the history of esports. Dota 2, Hearthstone, CSGO, StarCraft 2, and $5.5 million at stake. European finals will be held in marvelous Barcelona from the 22nd to the 26th of November. Win your slot in the finals of the World Championship. Register right now.